В детских садах Камчатки в длинные майские праздники будут работать дежурные группы. Это необходимо, потому что многие родители на официальные выходные все-таки будут трудиться, пояснили в краевом правительстве. Напомним, что выходные на майские праздники в этом году продлятся с 1 по 10 число. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В этом указе ведомствам и предприятиям поручено определить количество сотрудников, обеспечивающих выходные дни работу этих организаций.